Всем-всем-всем здравствуйте! Всех приветствую на канале. Тамбовская область, Тарымский район, а я Перчаточка. Друзья, всем приятного просмотра, кто со мной, я с вами. Ставим лайк, подписываемся на канал, пишем комментарии. Большое вам спасибо всем за комментарии, очень комментарии душевные, девочки, я просто рада. Читаю и думаю, какие у нас люди хорошие, как друг друга все поддерживают. Молодцы, спасибо, спасибо, спасибо вам. Еще раз спасибо. Вот, а я, что, видите, в перчатках что делаю? Вот захотелось мне на кухню порядок навести. Уже почти навела, тут развязала такую грязь. У нас линолеум тоже светлый, а моем как пол, как-то не очень это, ну как моем. Безо всякого. Это, а я сейчас этот азелитом побрызгала. Грязь, она. А ну как трубочки вот в линолеуме. И вот грязь до хрена прямо. И он прям такой белый становится. Но я сейчас пока вот тут мою. Тут порядок навожу. Не тут, а здесь. Короче, эти штучки все. Ну все, все. Всю фигню под эту вот, под ножи у меня тут стояли. А ну как не говори, а брызги летят и грязь это. Не грязь, а желтые пятнышки. Вот. Так что вот я навожу порядочек. Стол сейчас помыть надо хорошо мне. Сейчас я помою. У меня вот такая вот штука. Вот. Я столом. Стол у нас стеклянный. Я его мою. Сейчас вот побрызгаю. Вот эти тоже салфетки. Вроде с ними хорошо, но под ними вот бывает прям какая-то вонь. Просто без них стол начинает. Стол начинает корявиться. Вот. Так что, дорогие мои, стулья мыла. Ну и стол уже поставил, видите, к стенке, на место. Народ нас много, а я чем мы вдвоем? Я его поставила. Так что порядок навожу на кухне. Ну, может, кому дам, как сказать, позитив, не позитив. Как это говорится, забыл слово-то. То, что посмотрят и будут тоже со мной делать. Забыл, как слово называется. Давай, все, помнишь. Люблю чисто. Люблю, чтобы зайти в дом чисто, отдохнуть. Так что занимаюсь вот такими делами. Прочитала ваши комментарии все, но отвечать не отвечала. Вы все там интересуетесь Михаилом. Я, вы знаете, я просто не хочу пока его снимать. А то сейчас наговорю на него, а потом буду его снимать, а вы скажете, вот, такая-сякая. Сначала его позорила, а теперь снимаете опять она его. Придет время, слетит с меня все. Тогда я его сниму. Буду снимать. Но пока нет. Пока не хочу. Так. Ну вот, сейчас покажу, какой пол. Посмотрите. Вот полила я его. Гляньте, какой. Мы почти каждый день полы протираем. А вот видите, что творится. Потому что вот эти в рубчиках, вот в этих. Ну, сейчас чистой водой его помою.
Вчера был дома, сегодня вот на кухне. Дырку мне, да, надо выбросить. А то говорят, что деньги через это уходят. Ой, и смех, и грех, каких нету, да? Так. Сейчас я вас сюда вот поставлю. И здесь вот тоже помою все. Видите, пузырей сколько? Разные. И такие, и такие. И даже... Вы представляете, даже вот это принесла. Мне вообще нравится ванну отмывать. Ванну и раковину вообще хорошо отмывать. И прям... Сейчас попробуем. Силит бэк. Он и стоит 300 рублей. Но он и озелит все отмывает. Ничего, сейчас намочила. Сейчас помокнет. А я вот здесь помою. Тут тоже грязно. Дожили. Грязь. Сейчас посуду беру. Так, и тоже, наверное, постирать. Дорогие мои, вы у меня там про фасоль спрашиваете, зачем я в морозильную камеру? А потому что она еще не дозрела. Вот, и в морозильную камеру. А почему так рано я ее? Потому что она зимой быстрее варится, а это она сухая, ее варишь никак. А это она быстренько варится. Так что, ну,
Меня так научили, я так делаю. Я уже сказала, кто меня научил. Мне так лучше нравится. Потому что она зеленая, быстро разваривается. Ну вот. А если ее так, ну, конечно, когда она вызреет, конечно, ее вон в мешок постучал, и она, я ляжу, мне эти наколки еще никак не сотрутся. Постучала, она быстро обшалушилась. Но вчера я сидела долго. Ну, как долго? До скотинной уборки. Так, ну, я продолжаю мыть. Вы со мной? Давайте. А! Вспомнила это слово. Мотивацию. Мотивацию на уборку. Но если все убирать, это мне дня не хватит. Ну, я вот немножко на кухне. И вот сейчас там пойду в коридоре, в ванной так помою. Так оно чисто, но все равно как мыляет, уже уехали, говорю, надо помыть. Вдвоем мы не очень мажем, не очень носимся. Так что вот такие дела. На улице жарко, почти 30 градусов. Ну, ветерок. Вот окно открыто у нас. Окна пооткрытые, шторки шевелятся прям. Хорошо прям ветерок обдувает. Ну все, давайте мыть со мной. Пыль вытирать, мыть. Когда помоешь, как захочешь в дом, прям как отдохнуть хочется. Когда чисто. Чисто, красиво. Ну все, я продолжаю. Вы со мной? Давайте. Ой, блин. На коленках лазил, коленки грязные. Ну что, подустали? Нет. А я подустала. Мороженое съела. Чуть добра не съел. Ложечку за маму. У нас мороженое вообще вкусное. Приятного всем аппетита. Вышла на улицу. Чуть не пойму, дождик. Какие-то крупные, прям капли, гляньте. На асфальте. Прям жара-жара была. У нас свои эти скороходы. Поставить под крышу. То убираться будет не в чем. Да не, покапало все. Цыплят ходят здесь, а? Вообще обнаглели. Где эти лазают? Белью немножко. В сторону. Ой, саранча такая летает вообще. Чуть птицу не ловят. Уже все высохло, надо потом собрать. Так, ладно. Я пошла на огород пойду. Мне там на картошке опять напалось поросят там сейчас. И телята. Он покапал. Девочки, как же пахнет здорово. Захожу в свой двор. Такой запах прям вот хороший. Такие цвета мне нравятся. Опять вот все этих семена соберу. Так, ладно, пошла. Вышла, все за мной. Как те куры у меня были, да? Цыпа, 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 цыпа. Цыпа, 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 цыпа. Ну что с нашим цыплаком здесь? Ту пришли его поддержать. Уже стоит. А ну, мой хороший. Вы там до конца видео не досматриваете и пишите мне.
Тунаны, цыплят садятся. Поросенку попал. Поросенку чуть не сожрал его. Ну ничего. Живой. Пусть пока здесь сидит. Цыплят сейчас будут тебя угонять. Сиди здесь. Сейчас водички принесу тебе. Наполол целую тачку. Сейчас раздам телятам. Дюж любит сур этот прям вообще. На картошке. Помаленьку, видите, полю. Вчера там он полола. Сегодня здесь вот. Ну, ботва уже прям вообще сохнет. О. Вы посмотрите. Так что тачку наполол. Сейчас еще поросятам напалю. Куда лезешь? Ну куда лезешь? Уйди. Настя. Я ему и тыкву, и свеклу. Все на свете даю. Хоть с этого не растут, но все равно. Голодают как. Вот сейчас выгладывают, шкурка останется, я ее тогда порублю им. Палка хрена, значит, прям зеленая. Капнул картошку, два куста. Есть вот такая какая-то изъеденная. Это что так же? О, посмотрите. Скажите, опять чуть я улыбаюсь. Ну как улыбаться, девочки? Когда поступают денежки на карту. Людмила Ивановна, спасибо вам большое. Очень приятно, очень вам благодарна, что вы прислали мне денежки. Я как чуть гляжу, мне это смс пришло. Вам перевод от Людмилы Ивановны. О! Вы хотя бы в WhatsApp напишите, кто вы, зачем переслали деньги. А то вдруг потрачу, да не туда. Скажешь, вот я ей прислала, она не туда потратила. Так что спасибо большое. Но мне как-то, знаете, неудобно, что вот вы мне деньги стали присылать. Вчера прислали, сегодня. Конечно, это приятно и благодарно я вам. Но, знаете, вот как-то... Ну, не знаю я. Я не привыкла к этому. А то как с Михаилом получится. Он, когда пришел домой назад, стал по 10 тысяч давать с пенсии, ну, там, на коммуналку, на еду. Ну, вы видели, что я всегда все покупаю. Покупала. А он потом и говорит, а куда ты мои деньги делаешь? Вот так. Так что и вы скажете мне, куда я ваши деньги делала? Так что вот такие дела. Ну, спасибо вам большое. Пришла с огорода, была под платком. Волос весь такой какой-то. Поставила картошечку пожарить немножко. Так вот, поесть сейчас. Так, ну что, что, будем обедать? Что-то мне часы встали, здесь встали, там встали. Батарейки, наверное, сели. И не знаю, сколько времени. Ой-ой-ой-ой-ой. Пахнет вкусно. Я туда и чесночку, и лучку добавила. Сейчас поджарится. Да поедим.
Друзья, всем приятного аппетита. Кысунь. Давай сейчас. Да не надо. Уйдите, прольете, ай. Стой. Лев Миколь он купила. Давай. Подожди, подожди. Стой, стой, стой. Стой. Не ходи никуда, стой. Стой, 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 стой. Стой, Кыск, стой, стой, мой хороший, стой, мальчик мой. Давай. Стой, стой, стой. Персик, персик. Сейчас прошипите, а потом помажем мазью. Я принесла. Блин, эту. Сейчас мы. Тихо, 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 тихо. Тут все. Шипите, глянь. Тут укус прям у него. Стой, 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 не ходи, не ходи, не ходи. Наверное, чешется. Ну, пусть походит сейчас, а потом помажем. Давай я тебе помажу. Уже прошипел все, давай. Стой. Стой, 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 стой. Вот прям тебе сюда. Не надо, не чеши ты. Прошу. Не чеши, не чеши. Давай еще тебе здесь. Прям вот так тебе наложу сейчас, мазь. Вот. Где? Да не надо, не счесывай. Не чеши. Ой, блин. Ой. Фу. Ну вот, зачем ты так? Удирай теперь от меня. Персик. Стой. Давай еще помажем. Давай, ну глянь, взял, все смазал. Стой. Уходи. Стой, 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 стой. Давай еще мазь положим. Ну не надо, не чеши ты лапкой-то. Ну вроде все. Не чеши. Значит, нажал, потемнел кран с болячками, с вашими. Блин, а у меня опять фуража нету. А. Сейчас надо опять молоть. Сейчас пойдем за зерном с вами. Уйдите! Уйдите от телефона! Пошла за кабачками. Сейчас я вам покажу, какой я кабачок привезла. Во всю тачку. Здоровый. И тут мои кабачки. Те воровные были мелкие. Я уж их потравил почти. Вон два осталось. А это вот. Так что, дорогие мои, убираемся. Вон они.
кушают. Так. Сейчас поеду еще за свеклой съездю. Фураж намолола. Поросятам дала. Этим сено осталось. И почистить у них. Смотрите, сколько говна там под ногами. Напоить напоила. Налетели. А это еще больше кабачок. Такой огромный. А я еду, взяла арбуз. Сейчас заяц за Иринкой, за Матвейкой. Поедем прогуляемся. Они вчера ко мне приходили. Я говорю, приходите еще. Вчера мы с Матвейкой в шашки играли. Они говорят, придем, а потом что-то говорю, да что? Сидеть в доме, говорю, может, на велосипеде прокатимся. Они говорят, ну давайте, Игорь. Ну, вот сейчас заяц за ними. Что-то мне велосипед не скрипит. На дзень вот заработаю денег. Новый себе куплю. Он уже старенький у меня. Мы целой компанией едем. Впереди Маш с Матвейкой. Ирина. Подъехали к мостику. Красота. Бабушка Гая. Ай. Достань вон эту палку. Давай достану тебе палку. Осторожно, только сам подписчиком будешь. Сам я буду подписчиком. Привет, передай подписчикам. Они тебя помнят. Ну вон я вою с вами. Ты сами с телефона взяла. Сейчас, сейчас я тебе достану палку. Ой, а? А? Чё летай? Да. Здесь вон и на лодке ездят. Эй, привет, подписчики, это я, Уфан и Матвей. Ну, молодец, что с нами, Матвей. Давно ты с нами не был. Не упади только. Умеет? Осторожно, а то бабки сейчас по башке попадешь. А если вот видите, как у нас весело. О, о! Блин. Вот такая красота у нас. Хорошо, хорошо. Дай послушать, как поют птички тут у нас красиво. Я щелочку жнеси. Давай. И лягушки бы еще. Где лягушки? Слышишь? Вот они, правда? Где? А я и говорю, лягушки пою. Целый хор. Где они? Там, в камышах. В камышах? Ага. Камыша и лягушки? Лягушки в камышах, да. Дорогие мои, вот еще один день подходит к концу. Завтра будет день хороший, солнце садится хорошо. А я всем говорю, всем нам вот такого мирного, красивого неба, чтобы все у всех было хорошо, чтобы все были на позитиве, не как я. С меня пример не берите. Вот. Поддержите меня. Подписывайтесь на Дзен. Заходите, кто, конечно, сможет. Там очень так сложно все. А я вас всех обожаю. Всем говорю пока-пока. Всех обнимаю. Ваш Галюня. Пока-пока вам.